Улыбки, весеннее настроение и массу положительных впечатлений подарили лучшие творческие коллективы района славянским женщинам, подготовив для них большой праздничный концерт. Участие в праздничном мероприятии были приглашены ветераны отрасли образования, культуры, здравоохранения, представительницы общественных организаций и предприятий, многодетные матери, главы и специалисты поселений. С праздником весны, красоты и нежности представительниц прекрасной половины Славянского района поздравил глава муниципалитета Роман Синеговский. Я от души вас всех поздравляю. Хочу вам от всех мужчин, наверное, вот администрации, района, сказать вам большое спасибо, прежде всего за то, что вы хранители домашнего очага, за то, что вы вдохновляете нас на добрые дела, на какие-то поступки. Я хочу, чтобы у вас в жизни все было замечательно, чтобы были яркие события, чтобы вы больше улыбались, больше радовались. Я от души вас поздравляю с вашим праздником. Желаю, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья, и любви, и улыбок, и пусть исполняются все ваши желания. И одним словом можно сказать, будьте счастливы. Это самое, наверное, самое главное. Спасибо. Слова поздравления и благодарности со сцены городского дома культуры в этот день звучали в адрес всех женщин Славянского района. Прекрасных, добрых, отзывчивых, трудолюбивых. Именно для них артисты городского дома культуры исполнили свои лучшие песни. Многие из них были, конечно же, о любви и женщинах. Яркие трогательные выступления подготовили юные воспитанники детской школы искусств. Номера сменяли друг друга, подарив женщинам улыбки и весеннее настроение. Наполненные улыбками, восхищением, радостью, теплом и заботой ваших родных и близких. Любите их и будьте любимы, будьте счастливы. С праздником вас! С 8 марта!